надел сразу две медицинские маски на номера автомобиля и поехал кататься по Москве, чем сразу же привлек внимание автоинспекторов. Дорогую иномарку остановили на проспекте Андропова. Водитель не растерялся и тут же предъявил стражам порядка удостоверение прокурора. Полицейские сразу заподозрили, что это подделка. Тогда владелец фальшивки решил избавиться от нее. Я хотел сфотографировать данное удостоверение для того, чтобы его проверить на подлинность. Вот. Он мне его из рук вырвал и порвал на две части. Уничтожить удостоверение злоумышленнику, конечно, не удалось. При визуальном осмотре служебного удостоверения полицейским были выявлены признаки подделки. Документ был изъят. В результате исследования установлено, что служебное удостоверение выполнено комбинированным способом – струйной печати и электрографии. Назначена техника криминалистической экспертизы. В ходе проверки также выяснилось, что садиться за руль лжепрокурор не мог. Был лишен водительских прав за вождение в пьяном виде. Теперь, помимо административного наказания за нечитаемые номера, грубое нарушение правил дорожного движения, вождение без прав и отказ от медосвидетельствования, мужчину ждет и уголовное наказание. За подделку документов ему грозит до 2 лет тюрьмы.